Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет рыбалочка на щуку. Крайний раз я на річці був в начале мая. И после того я и не знаю, что тут сейчас вообще хоть рыба есть. А ловить мы ее будем, ту щуку, на живца. Для цього я взял, чтобы живца поймать, удочку с боковым кивком. О, тут два спиннинга у меня на щучку. От. Нашел такое место, друзья. И вы знаете, что я нашел? Нашел такую кладочку. Она вроде бы как и старенькая, о, но сделана на совесть. И в таких зарослях, что так и просто не найдешь. Ну, я тут уже обходил, подивився, где я буду примерно закидывать на живца. Вот. Думаю, тут можно будет закинуть один спиннинг на живца. И ось я тут прошелся по берегу. Видно, что водичка упала на метр. Ой, тут сейчас сухо. Я ось прошелся, проломал трошечки, чтобы закинуть второй спиннинг на живца. О, тоже таке. Полянка такая непогана. Тут можно второй закинуть на живца. Чем еще тут хорошо, что я бачу в воде, есть трава, есть корчи. О, не обрыв, чтобы так сказать, что сильно тут яма велика. Что для щуки есть место там, где она укрывается, там, где она охотится. О. Ну и для мелкой рыбы, соответственно, тоже есть место, где разгуляться. Тем более, сейчас нам живца надо упимать, это будет, конечно, задача. Номер один, так сказать. Так что, сейчас первая задача наша. Так, друзья, ну что, давайте сразу впіймаємо живца. О, и начнем закидываться. Тут я, кстати, еще все побачив. Пленка, и у цієї пленки вода. Сюда, кстати, можно будет живця и бросать, чтоб он не дох, наловить, и чтоб он тут плавал. Да, хозяин цієї кладочки все продумал. Все удобства. Так что, друзья, сегодня мы порибачим тут, попробуем, что воно як. О, тем более у меня в этом году первый раз рыбалка на щуку. Надо ж открывать сезон. Так, ось наша удочка с боковым кивком. Сейчас мы размотаем наше удилище. Я мог бы взять и просто удочку с поплавочком. Но я так подумал, что зря не сидеть, пока там щука клює. А подергать, может, окунь возьме. Так что универсальная удочка у нас. Безотказна. На все случаи жизни. Так. Что-то у меня тут слетело. Со скопы. Так. Готово. Так, для начала надо трошечки ж нам подкормить живца. Так, ну тут глубина метр есть, если не больше, так что далеко бросать не буду. Вот тут рядышком. О, и кусочек хлеба тут, хай плавает поверху. Так. Ловить мы будем... Можно на мощный червяк попробовать. А давайте сразу и попробуем.
нам підходить і краснопер, і плотва, і карасик невеличкий. Хоча тут карасика мало, вероятно, що я впіймаю. Можна і верховодочка. Ну, нежелательна верховодка, тому що вона як живець не дуже. Її трохи десь щось придавиш, десь це все. Вона труп. Вона довго гратися не буде там в воді. В общем, що попадеться, на то буде міловити. Так. Зараз проверим, щось десь є. О, щось дьобає. Щось слабо, но дьобає. А ну-ка, чуть подальше. Я медленно опускаю так, щоб знайти, на якому рівні там плотва чи краснопер плаває. Тут на річці воно є. По крайней мере, була така риба. Ага, так. А там где-то глубина метра полтора. До двух даже. Так, а если в сторону вправо чуть-чуть, опа. Что-то дёрнуло. Под камышек ближе. Опачки. Поспешив. Кивочек піднімати на чоло. Давай, давай, давай. Ну-ну-ну. Опять поспешив. Так, не хоче. Там уже не хоче. Так, а де ми кормили? Тут кормили, зараз тут попробуємо. Нет. Брали з собою, звісно, ще й опариш на всякий случай. І манку. Угу. Так, ладно. Мучний червячок. Давайте попробуємо на опариша. Може, веселей буде. Ну, може, пробує, що жорстке. І не хоче. Мармишка тут у мене вольфрамова. Муравей. Вона годиться і на білу рибу, і на окуня. Так, а ну-ка, опариш. Угу, дьобочка, дьобая. Иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, це сильно крупно. Не, така не піде. А, і пальця нема, спів пальця. Та не, це сильно мелко. Що у нас? Краснопорка, да? Значить, краснопорочка. Нам така співладошечки
самый раз. Дергануло, хорошо. Опять хорошо взяло. Ну, наверное, мелко, что... О! Это чуть-чуть больше. Но тоже не годится. Не-не-не, не пойдет. Чуть-чуть крупнее надо еще. Чуть-чуть. Ну, уже підійшла. Уже часто, сразу бере. Воно только опускає. Сразу. Так що те так смиканув, що перекрутив собі все. Опа. А оце уже в самий раз. Да. О. Як кажуть, то, що доктор прописав. Текс. Ну, давайте ще одну впіймаємо. Так, ну що, сюди поки положимо. Хорошо, бере так. О, ой-ой-ой. Та це вже красно... Це вже цілий краснопер. Та ні, такого даже на живця цеплять не буду. Такого ми заберемо додому. Дивіться, який хороший. Так. Хороший краснопер тут підріс. Раніше таких на річки мало вообще попадалось. Дуже-дуже рідко. Та що ж не можу піймати, та? Хорошо так подымает, аж по удочке отдает. Ого, тю, блин, то трава была. Я думал, там уже, блин, ё-моё, что-то конкретное. Да, мелко. Мелко, дуже мелко. А, хотя тоже мелко было.
Содрало. Так, если ты так часто там клюешь уже, сейчас мы тебе намоченного червя попробуем покрупнее. Так, о, вот это пойдет тоже, пойдет. Так, ну что, два живца мы поймали, пока хватит. Так, иди сюда. Я тут подумал. Надо бы, конечно, цей камышек трохи убрать. В общем, сейчас я что-то попробую сделать с ним. Чимось подхватить. Хоть трохи заломать. Хотя бы эти крайние. Та начнем забрасывать. Так, камыш я проломал. Уже более так чисто стало. Я так подумал, что можно, в принципе, даже пока закинуться тут. Даже туда не ходить. Накидать еще одну удочку. У меня их две, ну, два спиннинга же. О, так что один спиннинг туда кину и один сюда на хищника. О, это я уже спиннинги размотал. Принцип. Тут ничего такого сложного немає. По принципу, как удочка. Просто поводок у меня идет с капроновой нитки. Вот, тут у меня 300 миллиметров поводочек капроновый, потом идет грузик, скользящий поплавок и стопорок, яким мы меряем глубину. На этом спиннинге у меня поводочек 400 миллиметров подлиннее. И поплавочек у меня тут не скользящий. Просто на кембриках. О. Так, давайте чепляем нашего живца. Чеплять я его буду за спину, как всегда. Теперь же его надо впіймати тут. Нет, это не он. О, иди сюда. Ой, ось хороший. О. Сверху, где плавничок. Чуть-чуть дальше плавничка. И так, чтобы не зацепить хребет. Выше хребта. О. Все, потому что если хребет зацеплю, все, рыбка двигаться не будет. Кто-то там за рота, кто-то за жабры, кто-то за хвост. Я всегда цепляю, как мой дед, за спину. Мудрувать я ничего не буду. О. Неправильно трошки кольца выставил. Вот так. Так, глубину я тут сделал на поплавке 1,2 м. Потому что если возле берега там 1,5 где-то. И буду кидать где-то 1,3 м от берега. Так что 1,2 м в самый раз. Чтобы рыбка плавала. Поехали, не хвоста, не чешуи, друзья. О, а что это так подтянуло, да? Резко. Чу, сразу в камыш потянуло, чу, подумал, что уже щука клює. Все, поплавочек встал. Гуляя поплавочек. Все. Так. Так, забрасываем другий.
Вот, ё-моё, ещё и прямой. Нет, это здоровый. Хе. Оце да. Оце да. Теперь ще їх піймай, попробуй. Опа, іди сюда. Есть. Так, готово. Це забросимо сюди. Даже можно и подальше. А если подальше, то сделаем побольше глубину. О! Почти 2 метра. Та какие 2 метра и есть. А це давайте от туда его. На середину. Хай поплава на середине. Друзья, по-моему, взяла. Ага. Есть. О. Оплячки. Вот и щучка. Вот и есть. Так, пойдешь ты, наверное, обратно в воду, масенька ты еще. Но все равно. Да? Хищник какой. И зубы какие. Ротёка здоровенно. Все. Иди в свои обитания. Так, воду взяло. Да, что-то есть. Ой, блин, сошло, ё-моё, чине. О! Ух ты, ё-моё. Друзья, смотрите, какого окуня поймали. Оце красавчик.
Оце хороший окуншочок. Дебелий. В общем, друзья, попробував закинути на середину. Глибину зробив 1,5 метра. Довго не заставало ждати. Почому я туди кинув? Тому що побачив, мелка риба з середини вискакує і біжить в сторону берега. Ну і вирішив перевірити. Так, ну що, тепер треба його витягнути. Ох, хороших, давно я таких окунців не ловив. Дебелих. Ну, такого окуня ми візьмемо. Рибка закінчилась у нас. Давайте попробуємо крупнячка зарядити. Куда ж ти? Стой, стой, стой. Отак. На такого крупнячка должен и крупнячок взять. Все, друзья, буду сматываться, потому что уже не берет и не гоняет, так хоть было видно, что гоняло. Так что вот такое коротенькое видео. Мы открыли сезон на хищника. Піймали хищника і доволі непоганого такого окуня. Неожиданно піймали. Так що, друзі, спасибо за просмотр. Не забувайте за лайк. Підписуйтесь, якщо ще не підписчик. Далі буде ще інтересніше. Так що, друзі, підписуйтесь. Ми ще з вами не раз їздимо на хищника, тому що я буду рибачити на хищника, поки ж льот не стане. О, ну а на мирну рибу ми ще будемо виїжджати і виїжджати. І нам ще час дозволяє. И погода будет позволять. Так что вот так. Все. Всем пока.